университете мы, тех парень из деревни, Марина из небольшого города, с нами сын, и нас проводят. У нас здесь VIP, мы на входе показываем. Он заходит в зону VIP, там, где сидят с уровнем больного бриллианта, там, где сидит Дардевоз. Представляете, мы подходим, и мы лично знакомы с человеком, который занимает, по-моему, 44-е место по журналу Forbes среди самых богатых людей на планете Земля. Мы подходим и здороваемся. Мы познакомились с его сыном, мы стали сына представлять, он застеснялся. Подходят двойные бриллианты, все наши знакомые. Все равно мы все общаемся в РКСБ. Вы знаете, сын после этого мероприятия, он сидит, слушает, выступает так же ВОЗ. Потом мы посадили его с партнерами. И партнеры что-то сидят за столом и разговаривают. Тише! Давайте так это ВОЗ слушаем. Когда он приехал домой, вы не представляете, как он рассказывает нашей сестре. И, кстати, еще своей сестре, да, своей дочери. И недавно наша дочь была. Недавно наша дочь проводила маркетинг-план, она прибегает, и Марине говорит: «Мама, спасибо тебе! Я такая счастлива, я такая счастлива!» Она говорит: «За что? Я сегодня проводила в такой квартире встречу! Я, говорит, даже я зашла, я даже не знала, что люди так живут! Я не знала, что люди так живут! Я села, я боялась к чему-то прикоснуться! Я поняла, что вы меня вырастили, и ничего я подобного, я даже представления не имела, что можно так жить!» В плохом смысле слова. И она еще больше стала строить бизнес. Еще у нее больше мотивация появилась, понимаете? И вот сегодня, находясь на уровне двойного бриллианта, мы очень обычные люди стали необычными, потому что мы стали мастерами через ключевого человека. Не бойтесь в этой работе. Вы знаете, мы стали гражданами мира. Сегодня мы путешествуем, и Александр сказал, что мы 6 месяцев проведем за границей. Сейчас мы едем отдыхать в Баден-Баден. Нас пригласила Наталья Елена, мы проведем там почти неделю, мы будем отдыхать. В январе мы летим смотреть сына в Лондон, смотреть школу. Мы выбрали несколько школ, нам нужно выбрать. Представьте, 1 700 000 стоит в год на доллары, это ну, чуть больше 50 000 долларов стоит обучение для того, чтобы просто дать ребенку образование. Ребят, и сегодня, занимаясь этим бизнесом, мы получаем доступ к международному опыту. Компания работает более чем в 90 странах мира. Представляете, когда мы летим в какую-то страну, и там, если нам нужно что-то помочь, мы обращаемся либо в компанию «Амвей», либо по спонсорской линии ищем там лидера местного. И куда бы мы ни приезжали, если нам нужна какая-то помощь, нас встречает. И мы стали в этом бизнесе жить без границ, мы граждане мира. Поедет сын учиться, надо будет купить квартиру там. И там, где нам нравится, мы можем там покупать недвижимость. Мы можем сегодня выбирать путешествия не как раньше. Несмотря на то, что мы были предпринимателями, Саша сегодня рассказывал, Марина рассказывала, мы сами себе давали оправдание, сначала с 4 звезд начинали, потом, ну, Марина рассказывала, мы все равно чего-то даже какой-то. И доходили и до 3, и до 2 звезд. Сегодня компания «Амвей» приучила нас к тому, что мы уже на это не обращаем внимания, мы сегодня выбираем только те страны, где мы еще не были. Мы выбираем страны, те, где не были. И в заключение своего выступления я вам хочу показать видеоролик. Это с января по январь, где мы побывали. Я немножко его прокомментирую, ребята. Давайте посмотрим видеоролик. В январе мы поехали в Париж с сыном, потому что невероятно любит этот город. Мы провели в Париже прекрасное время. Потом мы сели в скоростной поезд. Мы переехали под Ла-Манш и показались в Лондоне. Сын очень любит Великобританию, у него любимая футбольная команда Челси. Мы, кстати, постоянно летаем и смотрим футбольные матчи без проблем. Потом мы были в Майами. Там были с бриллиантами, потому что перед бриллиантовой конференцией перед Нью-Йорком мы были, жили здесь, в Майами. Нам очень понравилось то место, и каждый год мы туда ездим. В этом году потом мы перелетели в Орландо с бриллиантом. На этом видео нет нашей дочери, потому что она как раз родила, был маленький ребенок. Сегодня мы ее берем в Майами, улетаем, берем ее дочь, берем ее внучку. Это Нью-Йорк. И потрясающе проводишь время с бриллиантом. Люди, которые стали мастерами. Thank you.
повторили путешествие. Мы летели в Милан, взяли автомобиль, 1300 километров спокойно мы проехали по Италии. Везде мы берем индивидуального гида. Мы не хотим быть в группе с кем-то и что-то слушать. Мы берем индивидуальный гид, он рассказывает и показывает то, что мы хотим сами. Мы партнерам показали Рим, показали Милан, показали еще несколько городов Италии. И потом мы приехали в Венецию и отправили всю компанию в Эльфрис по Средиземному морю. И тоже мы побывали в трех странах. Потрясающий средиземноморский круиз. Моя мечта отбылась, ребята. Я всегда вместе с вами. Всегда с человеком, ради которого я работаю. Там мне нравится, мы всегда возвращаемся с семьей. Мы остались в Венеции, провели там с нашими изумрудами еще несколько дней и полетели обратно. В сентябре уже начался школьный сезон. Не страшно, наш сын учится на отлично. Мы поехали снова в Европу, взяли автомобиль, начали с Италии. Мы проехали Италию, Францию, Испанию, это Монако. Мы остановились на лазурном берегу Франции. Прожили там неделю, покупались на остров миллионеров, были в Ницце, Канн. Потрясающий, очень мягкий климат, рекомендуем там побывать. Кстати, будет круиз город наш. И самое главное, опять же, сверхнице, интересно. Потом я уже сказал, мы были в Барселоне, заехали в Тюрку, друзья по всему миру. Мы были в гостях у Владимира Позднякова, провели у них несколько дней. Они показали нам Барселону. Из Барселоны мы улетели домой, потом за новый уровень нам и вашим руководителям компании Наталья Ена подарила путевку в Германию, мы сейчас снова туда уезжаем, невероятное место, вся раньше российская друзья там отдыхала. Также у нас была возможность опять же взять автомобиль индивидуально и проехать по соседним странам, это страшно, как раз в то время была очень красивая Европа, империя Вячеслава. Потом мы приехали в Цюрих, в Швейцарию. И оттуда мы улетели. В декабре мы опять новых изумрудов повезли в Дубай. Эта семья необычная, никогда до Дубай не были за границей. Мы заказали самый дорогой ресторан Армани. И с этого ресторана мы наблюдали за фонтанами, которые занесены в книгу рекордов Гиннесса. И эта семья сидела и плакала. Она сидела и плакала, потому что ничего подобного раньше они не могли даже помечтать. Опять в январе мы в Орландо вернулись в пустыню, обещали показать парк Диснейленд, парк Universal Pictures. И вы знаете, как мне понравилось, как сказала одна из партнеров компании Amway, каждый ребенок до 90 лет обязан хотя бы раз в жизни побывать в парке Диснейленд. Хочу показать, как мы летаем, все равно управляющим вы будете летать перелет первым классом. Кто летал самолет, поднимите руку. Посмотрите, как выглядит первый класс. Самолет более чем на 300 мест и только 8 мест первого класса. Вы знаете, когда мы летали первый раз, я просто не мог уснуть, потому что меня переполняли эмоции. Я всегда вспоминал, откуда мы пришли, с чего мы начинали. Насколько все продумано, чтобы вы в течение 10-12 часов летели и не замечали время, расстояние. Все придумано для людей. Насколько комфортно. Все управляется абсолютно с кнопкой. Если все, что тебе нужно. И все продумано, чтобы ты мог и поработать, и отдохнуть, и почитать, и посмотреть. Потрясающе. Все это закрывается, у тебя вообще отдельная кабинка, если у тебя, вот, а я был за стенкой, стенка опускается, мы закрылись, сделали там, что хотели. Сервис такой, что стала приставать стюардесса, я долго не мог понять, чего она хочет, пыталась на меня пижаму одеть. Смотрите, какой сервис. Вино, шато 2001 года, черный экран. Нажимаешь кнопочку, и делается кресло, превращается в кровать. Тебе выдают все, могут на тебя одеть. Там 12 видов режима массажа. Все закрывается. Жена быстро уснула. Но когда я лег и поднял голову, я был удивлен. Представляете, там были звезды. В самолете были звезды.
Вот так выглядит первый план, господа. И он для вас делает. И, конечно же, мы опять же полетели в Майами. Мы всегда туда летаем. Потому что в январе у нас в России холодно. А это обращение к вам. Майами, мы будем вместе. Мы знаем. Таких, как вы, не бывает. Таких, как вы, не теряют. Мы будем вместе. Держитесь ближе к тем людям, которых я начал перечислять. Дальше. Зареева Настя и Юрий. Да, всем... Настя и Юрий, всем кто-то вас? Здесь! Вот они мы! Да вы что? Кто вы по профессии, ребят? Завхоз. Кладовщик. Завхоз и кладовщик. Давайте поаплодируем. Бабич Татьяна. Инженер. Это про инженеров, а не кто. Помните? Татьяна, спасибо вам большое. Дальше. Мурзет Гривина. Ириночка, ну, неудобно спрашивать возраст, но молодая девочка, видите, да? А кто вы по профессии, Ирина? Юрист, представляете? Мне это не помешало рассмотреть предложение. Кудрова Ирина. Ирина. Дальше. Маркин, профессия, домохозяйка. Домохозяйка. Тем не менее, это не помешало стать платит основателем. Ермолова Светлана. Светлана, где вы? Ничего страшного. Предоплата. С особой гордостью я хочу представить вам сапфиров основателя. Фургала Анна и Владимир. Биолог и инженер. Ребята, необычная профессия. Огромное-огромное вам спасибо. Сапфиры основатели. Дальше изумруды. Мадина, город Нальчик. Изумруды основатели. Вы знаете, об этой семье я все два дня слышу. И вы знаете, я слышу не только от руководителя, я слышу от партнеров, я слышу уже от команды. Мне уже даже рассказали в Луганске об этих людях. И мне хочется поближе познакомиться с этой семьей, потому что ну, настолько это необычные люди. Мы пока лично не знакомы, но то, что мы услышали, приветствуйте изумруды основателя Мурзенко Игорь Ильич. Просто для вас услышать, вы необычные люди, низкий вам поклон. И огромное спасибо за то, что вы, смельчаки, вы показываете людям пример и даете надежду. А вас, вступайте. Гордостью. Еще раз, ребята, низкий вам поклон, огромное спасибо за то, что вы пригласили нас. Это ваши лидеры Александр и Инесса. И Николай, разреши называть тебя другом. Это люди, с которыми мы хотим дружить, потому что эта семья произвела у нас потрясающее впечатление. Спасибо за то, что вы есть. Николай, Наталья и нам. Через свое выступление хочу тебе сказать, не прогадай. Сегодня у тебя в руках есть точно возможность, есть шанс, есть люди, которых я тебе представил. Я очень с нетерпением жду с тобой встречи на бриллиантовой конференции. Станьте минимум двойными бриллиантами. Огромные слова благодарности. Спасибо большое. Этих профессионалов, этих волшебных людей и
пригласите их на эту сцену. Мы хотим их поблагодарить еще раз, вручить им памятный подарок о пребывании в славном городе Донецке. Мы уверены, что они сюда приедут еще не только в качестве приглашенных гостей, но и в качестве зрителей бизнеса В. Я хочу пригласить на эту сцену Юру Автомателя, семью Бузенко, пригласить на эту сцену